Всем привет, дорогие друзья, с вами Дар Риди, мы продолжаем играть в игрушку Alien Isolation. Что ж, так, давайте посмотрим, где мы. Так, вот они мы где. Паспортный контроль. Нам надо пройти куда-то вперед, вот сюда. Так, не, нам пока спускаться не надо. Так, тут что-то важное, да, должно быть произойти. Ну, из важного я только вот это нашел. А, нет, это не... Это Тернер. А, важно в другой комнате, вот. Подонок чуть дверь не разворотил своим лоб. Он, наверное, думает, что здесь можно отсидеться. У нас и так забот по горло. Не хватало еще с алкашами нянчиться. Вот сюда мне надо попасть. Посадил ее в камеру, пусть проспится. О, тут протекает вода. Так, у Кешки, ух ты. Смотрите, какой шарик красивый. Так, хорошо, там по-моему, камеры какие-то. Черт. Что такое? Ёпсель, я не заметил сразу. А у него ключ есть и молоток. Мне, наверное, это подобрать. Как я это сделаю? Как он, интересно, погиб? Много крови, но ушибов не видно. Хорошо, залазим. Так, и потихоньку устремляемся вперед. Так, молодец, девочка. Где мы сейчас находимся? Так, давайте посмотрим легенду. Какие-то кубические предметы. А, это предметы, все понятно. Там что-то важное, так что мне надо туда попасть. Все искрится. Прям как бенгальские огни. Оу-оу-оу. Вот эти кровяка. Или что это такое? Что-то черное, какая-то черная. Ух ты, он записал, короче, на на аудиомагнитофон какую-то информацию, наверное. Я хочу подать жалобу. Жалобу этому. Короче, самому большому начальнику. Меня звать так. Мне это нужно вот больше, там. Чем тебе. Понятно? Жалоба, короче, такая. Я жалуюсь на службу безопасности. Это они должны нас защищать. Это их работа. Там на станцию пробралась какая-то хрень. Ни какая? Одна собака не знает, кто это. Никто ничего не знает. Двери замерли. Спрятались и сидят. Мне страшно. Это кобздец, как мне страшно. Кобздец. А, вот этот чувак пил. И он погиб. К нему добрались. Я хочу подать жалобу. Так, ну жалобу мы тут. Этому. Короче, самому большому начальнику. Меня звать так Уотсон. Уотсон! Понятно? Жалоба, короче, такая. Я жалуюсь на службу безопасности. Вообще-то они должны... Так, важно, но я ж тут подобрал. Значок, мне кажется, должен защищать. Исчезнуть. Это их работа. Там на станцию пробралась какая-то хрень. О, я смогу теперь дверь открывать. Никто ничего не знает. Удерживайте левый ты и правый ты. Спрятались. Опа, открыли. А почему он не открыл дверь, если у него был инструмент? Так, хорошо, теперь мы можем открывать такие двери. Замечательно.
такое? О, испугался. Так, хорошо. Так, мы можем попасть сюда. Так, убрать затвор. Так, ну-ка, секундочку. Мне надо туда попасть, да? Я так понимаю. Хорошо, сейчас попробуем. Хотя мы еще тут не были. Давайте посмотрим, что у нас тут. Да блин! Паспортный контроль. Да, давайте тут пошаримся. Удерживать. Удерживать, спрятаться. Понятно, можно прятаться. Хорошо, на таких штучках можно будет прятаться, надо будет запомнить. По идее, значит, сейчас кто-то должен появиться. Так, ну-ка. Мы еще внизу не были с вами. У-у-у, как страшно. Теперь я могу открывать двери. Могу я вот это тоже открыть. Так, давайте сначала пойдемте наверх, пойдемте там что-нибудь откроем. Была дверь, я ее уже пропустил. Сейчас нам надо сюда зайти. Где-то она здесь. Вот она. Так. Поворачиваем влево. Такие двери, наверное, опасно скрывать, потому что, открывая их, я даю чужому свободу. Чужой теперь сможет роскошно расхаживать. Так, ну и что тут есть? Так, подожди. Так, ладно, потом я ему отвечу, моему другу. Так, берем клей, берем флаер. Если ты даже имени своего назвать не можешь, мы тут надолго засядем. Меня интересует твой капитан. Вся ваша команда из-за него крепко влипла, и он за это ответит. Уж я прослежу, чтобы ответил по полной. Нет? Будем в молчанку играть? Тёрнер, выключи запись. Может, человек стесняется? Так, ну давайте еще раз. Мы допрашиваем его Хайст. Я правильно сказал? Хайст? Слышь, друг, если ты даже имени своего назвать не можешь, мы тут надолго засядем. Меня интересует твой капитан. Вся ваша команда из-за него крепко влипла, и он за это ответит. Уж я прослежу, чтобы ответил по полной. Нет? Будем в молчанку играть? Тёрнер, выключи запись. Может, человек стесняется? Так. Блин, мне надо найти место сохранения. Наверное, сохранимся, закончим на этом серию. А, такую небольшую, короткую. Ну, я думаю, следующая серия будет куда интереснее, потому что самый интерес только-только начинается. Так, где это тут должна быть сохранялка? По-моему, вот здесь. Окей, все, сохраняемся и выходим из игры. С вами был Дарид, ребят. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и обязательно будет продолжение. А пока что, ребят, всем до скорого. Пока-пока.